слайм? Айда, потом все уберу. А пил? Айда, потом уберу. Вау, вот это крутяк! Да, Рома, скорее его запускаем. Друг, скорее ставь лайк, чтобы у тебя все было супер круто. Все уберу. Я лучше в любимую игру сыграю. Давай, гони-гони. Скорее, скорее. Ну и красота сейчас у меня получится. Хорошее отверстие получилось. Ну все, готово. Айда, потом уберу. Поиграем в слайм. Вау! 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 Айда, потом уберу. Рома, я сейчас сварю рисовую кашу, будем завтракать. Здравствуйте, в эфире новости. Важная информация просочилась в СМИ о том, что с сегодняшнего дня детским контентом считается контент, где есть дети до 13 лет, а также игрушки, веселые разговоры, вспышки, танки и многое другое, касающееся детей. Дело в том, что с сегодняшнего дня папа, вы должны утром мимо сыплется. Относится ли ваше видео к детскому контенту или нет. Эй, да, Рома, потом уберем. Кашу, строим битву подушек! Давай, я тебя сейчас выиграю! Держись! Это ты держись! О, слайм! А пил? Как же я устал. Айда, потом уберем. Вы чего такой беспорядок навели? Да мы потом уберем. Да-да, обязательно. Нет уж, убирайте прямо сейчас. Да уберем и уберем. Уберем, уберем. Приду через 10 минут и проверю. Рома, ты больше намусорил, ты убираешь. Не, это ты больше намусорил. Ах так! Так-так! Все, я победил! Все, раз ты проиграл, значит ты убираешь комнату. Кажется, у тебя каша уже перегорела. Рома, каша готова. Иди завтракать. Нам надо придумать, как за 10 минут быстро прибраться. Не знаю. А у тебя есть идеи? Да, кажется, у меня есть одна. Я предлагаю взять машину на радиоуправлении, приклеить к ней совок, пару раз прокатиться туда-сюда, и все, чистота. Не, а давай лучше к роботу щетку приклеить. И чистота. Нет, мне кажется, твой вариант не рабочий, мой лучше. Да не, мой лучше. О, а так давай сразу же оба варианта попробуем. Так получится в два раза быстрее. Точно, давай. Сейчас я к этому Бигфуту приклею совок. Все, мой Бигфут-уборщик готов.
Сейчас мы к этому роботу приклеим эту щетку. Мой робот-уборник готов. Нужен совок. Давай, заметай. Что-то, Рома, у нас с опилками не получается. Пойдем убирать рис на кухню. Погнали! У меня ничего не выходит. У нас ничего не получается. Что будем делать? Машина, робот, щетка. Щетка, робот, машина. Точно! Вау, вот это крутяк! Да, Рома, скорее его запускаем. Можно я на него посажу своего человечка? Ну попробуй. С кухней он справился, пойдем убирать опилки. Классная идея у меня с роботом-пылесосом. Да, классная. Ничего себе, вы быстро прибрались. Ну еще бы. Don't stop.